Дамы и господа, доброго времени суток. Сегодня мы сделаем небольшой смотр на такую, так скажем, игру год-симулятор или симулятор козлов, или козы, или еще черт знает чего. Тут у нас написано версия 1.0, не важно какие-то цифры. Так, давайте нажмем play. И мы появляемся за упоротую козу с марихуановой плантации. Да. Так, насколько я понял, игру выпустили 1 апреля 2004 года. И она мне почему-то уже напоминает такую игру, как Tony Hawk Pro Skater. Так, давайте разыграем такую ситуацию. Вот у нас реальная жизнь, и коза сейчас у нас будет переходить дорогу, все как в реальной жизни, и вот у нас носится. Она сейчас попадет из-под машину. Ситуация краш-тест. Это чё, косяк, что ли? Чувак, осторожней с этим дерьмом. Чё, такая убойная, что ли? Лучше пристегнись, братан, вот тебе мой совет. Такая вот суровая жизнь у нас. На самом деле я не совсем понял смысла в этой игре, что тут надо... Господи. Но судя по всему, эта игра сделана чисто для расслабончика, чтобы побегать по городу, не заморачиваться с прямолинейным сюжетом и просто тупо расслабиться. Вот как вот. Это коза вообще или что это, блин? Да дерьмо собачье. Как вот это вот существо. Вот вы должны... в таком же состоянии сейчас находиться за компьютером и играть в эту игру, и все будут прекрасно счастливы. Только посмотрите на этот взгляд. Где вы видели таких коз? Ну, может, где-то и видели на каких-нибудь плантациях марихуаны, но у нас есть возможность поиграть вот за эту упоротую тварь. Существо, я не знаю, это точно не коза, потому что... Ну, это не коза, смотрите. Ну-ка. Что она сдохла? Тут у нас ходит какой-то подозрительный типок, и он почему-то упал. Давайте-ка спрячем тело куда-нибудь под батут. Сюда, чтобы полиция не смогла найти улики. Ой, мать, мы почему-то не можем туда залезть. Ладно, спрячем тело в гараж, ведь копы в гараж, я надеюсь, не полезут у нас. Иди сюда, ползи сюда, нифига у тебя язык резиновый. Так, вот тут мы будем собирать коллекцию трупов. Что это такое? Что там такое? Что это? Мы что-то взяли. Да цепись ты! Это как... это хрень, как у Тони Старка и Железного Человека, нет? Ну-ка. Ну, как тебя взять-то? Да ёб твою мать! Давайте заценим чисто американский дом. Кто-нибудь плазма? Как полагается, приставка есть хотя бы? Что за дом такой без приставки? Это же PlayStation нет. Да цепись ты так. Ух ты, это муж с женой, походу. Семейный ужин. Надо бы вам его испортить. С кого начать? С мужика или с тёлки? Так, пойдем со мной. Извини, мужик, я похищу твою даму. Она мне пригодится. Где у тебя спальня, пацан? Где у тебя спальня? Ты что-то видел? Бананы. Какие бананы? Ну-ка, свидетель. Нахрен это лампа? Так. Прыгай-ка в окно. Ты ничего не видел, пацан. Да не я. Ракетка. Нифига. Ёб твою мать! Как это с... куда? Что за хрень? Происходит какая-то реально паранормальная хрень. Честно скажу вам, игра мне напоминает серию Тони Хаук Underground 2. Стилистика не очень похожа.
играем за... Ну, такая же мультяшная графика, это были такие похожие второстепенные миссии. Очень напоминает. Твою мать! Нет, ничего тут интересного у нас нету. Давайте-ка зайдем на заправочную станцию. И попробуем God Racing. Какие гонки, козлы. А где записаться на гонку козлов-то? Так, этот парень явно не починит эту машину, поэтому пойдем-ка поговорим. Идем. Так. Ау. Магазин. Сигареты продают. Нет. Тут у нас тоже ничего интересного нет. Я разочаровался вас. Ну-ка. Опа! Заправку сейчас всю раздолбаю вам за то, что ничего нет, блин. Куда? Майкл Бэй. Майкл Бэй у нас специалист по спецэффектам. Согласен. Это было на уровне... Ух ты. Видали, как я могу? Никто так не может. Твою мать, отступка. Там что-то было, там что-то раздают. Стой. Спасибо, что подвез. Че, валяемся? Смотрите, как он... Что с ним? Ну-ка. Надо его достать в больницу. Парень, пошли. Где тут лечебный пункт у нас? Опять гараж для трупов. Ладно, сойдет. Побежали дальше. Вот там что-то у нас было интересно. Там большое количество людей, они что-то мутят. Так. Чего? Нет пенисом? Чего? Какого, мать ваша, вы тут творите? Ну-ка, что вы себе позволяете? Дайте ко мне мяч. За пульнёмкой мы его сейчас... Нифига. Да, это было весело. Так, парень. Или ты не парень? Я не могу разглядеть. Что ты парень? Ладно, катись отсюда нахрен. Так, тут у нас какая-то тусовка. Отлично. На тусовку нужно брать мяч. Что там за велик? Как я это сделал? Так, вот ты должна... Ты... Иди познакомься с ней. Куда? Отлично, мы ее догнали. Я застрял в елке. Что там летает такое, блин? Хрен какая-то. Парень? Надеюсь, вы не козлов едите? А то за козлов я сейчас вам тут все расхерячу. Посмотрите, что делают. Козлиное мясо. Ладно, с собой возьмем. Ух, ракетка. Полетели. Зашибись. Да цепляйся. Ударь меня. Сбей меня. Давай. Сбей меня. Спасибо, чувак. Долго не останусь. Там что-то зелененькое. Время какое-то. Как это взять? Стой. Start time trial. Do you wish to start? Ага. Score as many points as possible. Ну давайте. Набрать как можно больше очков за 60 секунд. Давайте. Погнали. Slow motion. Кнопка F. Ух ты, я не знал. Парень, помоги мне набрать много очков. Что делать-то надо? Так, надо все крушить, ломать. Ломаем все. Отлично. У нас уже 400 очков. Так, тоже нафиг. Пацан, за тебя дадут какие-то очки? Так, что-то еще есть. Сейчас грузовик. Замедленности. Бамс. Вот это да, Макс Пейн отдыхает. Это поражало. Что за хрень? Мы так и будем лететь? Ладно, выключи замедление.
Опять вы тут! Я же предупреждал вас в прошлый раз, что тут появляться нельзя. Это все ваши розовые машинки сейчас отправятся на тот свет. Так, кто еще не понял? Наверное, вы. Отцепись ты, 6 секунд осталось! Разгон. Копытный башку. Да, отличная игра. Да. Замечательно. Хоть что-то уже, хоть какое-то задание мы нашли. Давайте-ка проверим low gravity тестинг. Что-то там не прочитал до конца. Ну, почти пролетели. Так, это, наверное, вот туда надо. Стой. Стой. Да прыгай, твою мать, прыгай! Как туда попасть? Fuck the police. Чем есть полиция? Зачем мне вступать с полицией в половой акт? Почему разработчики решили, что мне это понравится? Так. Стекло, нет? Да, это стекло у меня голову засосало! Прыгать мы туда не будем. Это очень опасно, это опасно. Попробуем подняться повыше. Наверняка ученые ставят какие-то нехорошие опыты. Ну что ж, была не была, прыгаем вниз. Вау! Вау! Твою мать, что происходит? Что за хрень такая? Ну-ка, включить замедление времени. Сейчас будет офигенный кадр. Я не мог пройти мимо. Давайте в замедлении времени посмотрим, что произойдет. Побежали, побежали, побежали. Прыгнули. Прыгнули. Я снимаю. Твою мать, что это было? Что-то у нас тут довольно пустовато. Вот этот человек наверняка знает, что тут происходило. И поэтому пойдет со мной как экскурсовод. Угу. Мне вот туда. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Поднимаемся, отпустим его. Че, поедешь вниз? Отлично, он поехал вниз, смотрите. Ну-ка. Охренеть. А теперь моя очередь. Попробуем разогнаться. Раз, два, поехали. Твою мать, не туда нажал! Или это она сама упала? Тормози, 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 тормози. А, давайте отсюда попробуем. Да. Здорово. Фух, ну я не знаю, что тут еще можно делать в этой игре, на самом деле, кроме вот этого сумасшедшего безумия. Твою мать, что натворили. Ладно. Честно, не знаю, что тут можно еще делать. А что такое? Что такое? Я что-то взял... Честно говоря, я не совсем понял, что именно. Так, что наверху есть что-то? В башне. Твою мать! God Castle. Нифига. Преисподня какая. Вау! Я же этот, Дарт Вейдер. Ну-ка, в замедленной съемке пройдемся сейчас эпично. Нихера! Вы только посмотрите. Ха-ха. Вот это было круто. Так, и что это, мой трон? Это вы сесть? Твою мать! Что это? Что такое? Чувак на тачке! Как я тебя не заметил? Как тебя раньше не заметил? Ну-ка. Здорово, пацан! Пацан, ты что творишь, пацан? Меня ж скрутило.
Так, ну-ка, еще раз. В прыжке Макс Пейна. Нифига. Пацан. Тормози, слышь? Тормози, тварь такая. Блюдок! Заело в двери, в щель, в багажнике. Зацепись, твою мать, от меня. Фух. Это кто? Да. Безумия тут достаточно. Итак, итог. Игра довольно-таки интересная, согласен. Но, по мне так, она надоест очень быстро. Потому что сама по себе вот эта карта, она очень маленькая. Идти тут практически некуда. Ну, возможно, тут еще присутствует огромное количество всяких секретов, про которые я не знаю. И это так, потому что я играл в нее не очень много. И, разумеется, не все смотрел. Но это было мое такое небольшое мнение, так скажем, первый взгляд на эту игру. И оно довольно-таки положительное. Действительно, игра интересна. Так что скачивайте, пробуйте, играйте, получайте от нее удовольствие. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся в следующий раз. Всем пока.